ничего не придумано. Я 35 лет живу в деревне. В летнее время. Полгода в деревне, полгода в городе. Это не какие-то сложные картины с какой-то идеей, там что-то там. Просто вот, видите, рыбак, там женщина с овцами, с козами, там все. Вот мотивы деревенской жизни, что видел в жизни, то есть. Большое количество пейзажей, где изображены также люди. И мне кажется, что это очень сильные люди, которые обладают историей и каким-то своим чувством достоинства. И мне кажется, это он четко отобразил на своих работах. Я чувствую прям какое-то душевное тепло, исходящее от картин. И сразу видно то, что человек профессионал. Краски горят. И обязательно хочется вернуться и посмотреть все снова, особенно в солнечном свете днем.